Все по масловцу, привет! Мы приехали с Саньком в Казахстан снимать для вас супер-контент. Вы давно просили нас в влоге. Вот, получаете супер-свежий влог с неожиданным гостем, любителем призраков, любителем лайфхаков, Дмитрием Масленниковым. Поехали! Друзья, настал тот момент, который, ну, лично я ждал очень давно. Да. Слушай, у нас проблема, мы вызываем скорую, человек очень плохо. Мы приехали на игры Джамбары. Всем привет, это Даник, и я сегодня буду ржать над Саньком. Не наржайтесь, не поддерживайте. Ну, поддерживайте, естественно, ржайтесь. Просто ржайте. В общем, Сань, да. Это игры Габара, это влог. Ты справишься. Главное, не обоссаться. Не обоссаться. Все, что ну, здорово. Настрой нормально. Друзья, это комната участников, здесь вот тусовочка происходит, все знакомятся. Это вот 4 участника, вроде должен еще появиться 5-й участник, он, видимо, опаздывает. Парни, сорян, вы готовы жрать говно? Почему? Бля, ну мое, я бы вам не советовал, вчера рыбу ел, бля. Бля, рыба аллергия как раз. Удачи, Сань. Просто удачи тебе. Как относишься к играм Габара? Слушай, я отношусь к играм Габара положительно. Действительно, та площадка, на которой ты можешь проверить, на что ты способен максимально. То есть, что ты сможешь сделать. И у многих людей, как бы, они говорят, что типа я могу все, а потом раз на какой-нибудь абсолютно фигне начинают ломаться и не смогут этого сделать. Что это за... Только не говорите, что вы 5-й участники. Ты Дима, 5-й участник? Следующую историю, которую вы увидите, мы сняли давно. Мы ездили в Лондон, но ездили не с Саньком. Саня не смог. Мы поехали с его братом. Его зовут Кап. Cup of Tea. Странное имя, я согласен. Это Лондон, детка. Вторая история. Ты кап? Hello, Daddy, я. Я Даник. Sorry, sorry. Wait. Извини, я тебя не задел? Спасибо, нет, все нормально. Ну, давай знакомиться. Cup of tea. Я Даниэль. Очень приятно, Даниэль. Даниэль. В марте этого года работаю с одним из 96. С кем я лечу в Лондон? Это история о невероятной любви. О невероятной любви к жизни, которая началась полгода назад. История начинается с того, что мне в Инстаграм написал парень и сказал, что его сестра тяжело болеет, но она смотрит нас, и было бы здорово к ней приехать. Так и началось наше знакомство с Таней. Она из города Обнинска, но приезжает в Москву на лечение. На лечение, которое делает ее здоровье только хуже. Поэтому мы с Даником и сняли эту историю. Ну, Таня, расскажите вообще, какой диагноз у Тани? Диагноз саркома Юнга. 4-я стадия. Да, это тяжело. Я сам попробую. Раз. Да, иду. Да. Ты Дима, 5-й участник? Вы что, пацаны, не сделали? Вы что, не сделали? Нет. А кто? Я? Ну все, пацаны, мы, получается, типа участники, да? Что, ты же участвуешь в игре? Нет, я могу, что мы... Ну вот, долбоёб. Это вы, долбоёб.
представляю, я тебе что рассказывал? Габар, что происходит? Это не я приготовил вам сюрприз. Это они независимо друг от друга написали мне, и тебе обосрался. Жестко, чуваки! Жестко! Вот это реально круто! Жестко! Что делать? Снимите номер! Это он тем, пацаны. Ставка, я бывает на стримах ее озвучиваю. 50 косарей стоит сжечь мою бороду. Но сегодня будет бесплатно. Сегодня будет бесплатно. Тима услышал, что чисто посмотрит. А вопрос? Вопрос, а ты будешь сжечь ее прямо на себе? Конечно. Я уже ушел. Сначала ее перед. Когда у меня была короткая борода, я ее сжег за десятку на себе. 10 тысяч всего? А, короткая. Прямо на себе я горю. Ну нахуй, с другой стороны. В общем, мы проснулись, сейчас уже подлетаем к Лондону. Мне до сих пор очень жалко, что рядом нет Санька. Sorry, я не специально это сделал. Ты придурок совсем! Я бы хотел тебе searching that do you know фестиваль Lovebox? Lovebox? Да, это крупнейший фестиваль в Лондоне, и поехали, я тебе покажу этот бокс Lovebox. Там точно клево. Я тебя в этом, поверь мне, реально good, very perfect. Понеслась. Когда я узнала о проблеме, что с Таней сейчас начало происходить, моя мама начала писать типа разным знаменитостям, например, там, певцам, актерам и так далее. Ну а я начал писать видеоблогерам. Я написал вам, Диме. Я ехал опять же в больницу, и когда мне позвонил Саша, у меня ноги тряслись. Я был в шоке. Готова у нас на канале появиться? Мы пришли тебя поддержать перед химией. Мы же обычно в гости к тебе приезжаем, а перед химией ни разу еще не приезжали. Протокол. 6 блоков химиотерапии, операция, 6 блоков химиотерапии и лучевая заключительная терапия. Ну сначала ничего, а потом вот уже призыв рвота такой. Угу. Неприятно. Просто случаи настолько уже запустили, что не все клиники-то и соглашаются. Время, в принципе, мы много потеряли здесь. Ты, если этот человек, который болеет, увидит то, что ты разочаровываешься и расстраиваешься, то этот человек тоже перестанет видеть какой-то успех в будущем. И быть самим бодрым, и делать так, чтобы этот человек тоже был бодрым, чтобы он верил, то, что это все сейчас закончится. Сань, как настрой? Честно? Вообще нет. Просто моментально. Вообще его нет. Столько всякого дерьма происходит сейчас в жизни, в личной жизни, в работе, что Игорь Габаров просто, ты знаешь, как типа нахера. Вот типа вот так. Короче, друзья, Дима открыл канал, называется «Просто масло». Обязательно подписываемся. Вы же хотели влоги от Димы. Вот, они появляются. Все ссылки в описании, но там будет только одна. Да. Одна ссылка в описании, просто масло. На твой инстаграм. На угли мы видим. Йо, ну что йо-то? Ты был в таких местах, которые там совсем... Согласен, кстати, согласен. Йо, может, паранормально? Я за. На самом деле, я-то не против, что Дима меня звал на паранормально. Он ведь меня просто не зовет.
конечно. Короче, друзья, он, видите, немножко все-таки, ну, видимо, обижен. Давайте так, если на его ролике наберется... Давай, 100 тысяч лайков. Так. И мы с тобой вдвоем, так, как в старые добрые времена, едем туда, куда ты скажешь, и откровенно с тобой поговорим. И все люди узнают о том, что у нас произошло. 100 тысяч лайков на твоем ролике. Просто масло. Друзья, вы все понимаете, вы все прекрасно знаете. Слушай, ну здесь, в принципе, прикольно, мне нравится. Здесь такие люди все интересные, прикольно одеты. Какой ты странный все-таки. Смотри, а... Зачем ты сел сейчас? Все так делают, это нормально. Любовь и коробка, лавбокс. Ты сюда приходишь и просто кайфуешь, танцуешь. Очень много dance, sing, music. И все happy, понимаешь, да? Я считаю, что каждый русский человек должен быть здесь, быть единением всех этих people, потому что emotional and energy, которую ты делаешь, это просто безумие. Это как пуэр ти. You know чай пуэр? В общем, мне реально здесь очень нравится. Да нет! Чувак, ты что тут делаешь? Я тоже на фестиваль приехал. Ты тоже поснимать? Конечно. Как может пройти музыкальный фестиваль без главного музыканта? Это боже, странно, как я рад, что ты сюда пришел, потому что я приехал сюда с братом Санька. Он какой-то, Санька, если честно, брат? Немного... Да. Серьезно? Прикинь, его, короче... У Сани вот этого отбитого есть еще кто-то? Да, и он, оказывается, всю жизнь проучился в Лондоне. Де Ниро, я тебе хочу показать очень классную тусовку. Пойдем танцевать. Пойдем. Узнали, что Таня заболела? В августе, да? Начали обращаться к врачам. Убеждали очень сильно, что это грыжа. На животе, да? Но... 98%, что это грыжа. Она сначала побаливала, да, чуть-чуть. Ну, вот как вот ударить. Поэтому я, ну, дня два, наверное, молчала. А потом уже сказала маме. Ну, я думала, что реально, ну, фигня какая-то. Ну, больше проблема в чем? Что здесь на пофиг все делают? Или действительно нет квалификации? Нет квалификации, и просто получается, что они говорят нам, что лечат по европейскому протоколу. Но они совершенно разные. Вот они сравнивают, да, вот. Но это не европейский протокол. Друзья, сейчас мы идем за парнями. Это в ролик не войдет, они будут идти закрытыми глазами. Ну, естественно, темная локация, какой-то свет, и здесь появляется здесь, Дима Масленников. Здесь кто-нибудь есть? Чуваки, там реально полный пиздец. Полный пиздец. Ой, нагоняет жучество. Да. Вон Габар стоит, вы что пиздите, он стоит здесь рядом. Да, пизда. Убираем все камеры. Убираем все камеры. С собой берем только то, мы с вами, что не жалко. Самое главное, вообще пожелание по всей игре. Ребята, всегда нужно вовремя проанализировать ситуацию и сказать нет. Пока, Сань. Ладно, Сань. Этот фестиваль. Что с тобой? Ты под наркотиками? Какие наркотики?
пьяный, что ли? Нет, я просто тусю. Короче, Данила, тут есть очень классная штука, называется аттракцион. И мы должны с тобой... Тогда давай, занимайте очередь, давай, я подойду давай. Сейчас. Валим, валим. Ну что, я поздравляю, первый раунд Сам, это единственный раунд, который я прошел, серьезно. Суды, ну я тебя тоже поздравляю. С выходом, в следующий раунд. Тактика, это все мое. Сейчас пойдет второй раунд Игоря Габара. Вот мы уже на локации. Здесь заброшка, и вы, наверное, подумаете, что здесь должен быть где-то Дима Масленников. Да, он здесь есть. Так, ну, задания, какие задания? Нужна какая-то тактика. Ну, у вас тактика судья нужна. Ну, вы должны судить другие. Вы с ним уже обсуждали это? Ну да. И что решили? Ничего. Красавчики. Вот это я понимаю. Тарелка, что это такое? Парни, здесь воняет, вы понимаете? Воняет. От этого говна. Все за стены. Все, парни. Все за стены, все подали. Я вас люблю. Я просто смотрю на весь этот стол, и мне уже хочется плевать. Потому что он все-таки... А что я буду искать? Вон он самый ответ. Посмотри, овощ. Овощ. Господи, что еще? Эй! Кап! 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 Боже, что с тобой произошло? Что произошло? Что с тобой? Где твой ботинок? Где твоя одежда, придурок? Все, давай лучше не бросать. Реально, лучше его не бросать. Кап. Кап оф ти. Господи, пойдем найдем твою одежду. Go to kill. Пойдем одежду найдем. Go. Твоя одежда. Ты реально вот так аккуратненько сложил? Кап, кап. Не твое. Придурок, одевайся, не позорь меня. Если ты королева, ты посмотрел? Кого? Королева. Не ходила вот ты? Хочешь пойти? Я уже, да, и вот отрывками посмотрела, вообще фигня какая-то. Ну, фигня я смотрел, да, реально фигня. Ну, что, тогда на форсаж? Лучше вот не на королеве войти, а лучше мультик пересмотреть. Да, вот все так говорят. Лучше будет впечатление. Сейчас будет Angry Birds вторая часть. 15 августа. Нас Аня ее ждет уже год. Да нет. Аня, у тебя под шапкой волос нет? Вообще прям полностью лысая. То есть ты как Моби. А надо идти капаться, да, уже? Как долго ты капаться будешь? 4 часа. Офигеть. А ты что делаешь обычно, когда капаешься? Вообще по-разному. Ну там, пытаюсь уснуть желательно, чтобы время побыстрее прошло. Подожди, я, блядь, готов 10 часов здесь с этим ебучим депилятором просто. Заткнись, ты в очко, Сань, пожалуйста, бухим, не лезь в кадр, пожалуйста. Целый день хожу и чё, вот сударь то же самое, блядь. А кто вылетел, я принял, я уснул просто. Здорово, Лёха! Прошу, Лёха! Ты сюда играешь! Лёха, как ты здесь оказался, Лёха? Мы ж тебя это копали наручниками, брат. Да. Слушай, у нас проблема, мы вызываем скорую, человек очень плохо. Ой. Короче, мне тут принц говорит, что он на изи может подойти к девчонке любой, скинуться с ней на суефа, и если он выигрывает, то он ее целует. А если я проигрываю, то она может от меня леща.
ну давай признаем, у тебя не получилось ничего. Нет, я не признаю, что не получилось. Это просто череда плохих совпадений. Вот все было максимально настроено три против попытки меня. Было, первые, три попытки не первые получилось. Первые девочки оказались лесбиянками. Вторые, окей, они просто отказались. Так. Третьи вообще по-английски не говорили. Что я могу поделать? Давай так, смотри, у меня к тебе встречное предложение. Если ну-ка, это видео ну-ка набирает 80 тысяч лайков, так, то мы делаем то же самое, но в Москве. И у меня есть 10 попыток. Если я ни одну девочку не целую, то я буду вынужден сделать какое-то наказание, которое напишут подписчики. И я его выберу. И ты его выберешь, да. Любое. Я даже не буду знать. Договорились. Ну, в России вообще как лечение? Очень плохое. Да? Очень плохое. Я узнал то, что в Европе ее, во-первых, лечит такая болезнь, и ее готовы взять. У меня появилась уверенность. Подали заявку, как бы, с Германии еще, по-моему, не было. Это центр саркома прямо. И о какой сумме сейчас вообще идет речь? Ну, как сказали, что 70-80 тысяч евро. Друзья, я прекрасно понимаю, что мы с Даником часто просим вас о помощи. Помочь приюту, помочь медведю, помочь Паше собрать на коляску. Но это совершенно другая история. Поэтому я обращаюсь лично к тебе. Ты можешь помочь нам чем угодно. Прислать финансовую помощь, рассказать и друзьям, родителям об этой истории, репостнуть эту историю в социальных сетях. Но помоги нам сделать добро. Помоги нам сделать одного человека счастливее. Пожалуйста, не будь равнодушен. Все подробности в описании. Да. Слушай, у нас проблема, мы вызываем скорую, человек очень плохо. Ой. Парни, эти игры доходят до какого-то невероятного уровня. Что такое? Что произошло? Шея что-то зажала. Чем зажала? Вот эту херню носил на себе, и что-то повело шею, и все, блядь. Ее ведет вот в ту сторону. У него одна половина лица нормальная, а другая нет. У него абсолютно не реагирует ничего. Более-менее. А сейчас опять. Какие кроссы? Короче, сейчас уже не так. Свело шею. Губы повело в одну сторону. Что еще сказать? Ничего не будешь. Больше ничего не говорить. Он лег и опустились губки. И мы немного испугались. Все правильно, испугались. Короче, парня увезли на скорой. Игры продолжаются. Сейчас Габар объявит, что он решил. Все отлично, пацаны, что сидим? Что такие кислые, Диман? Нахуярился на ровном держи, месте, понимаешь? Держи друга, да, смотри, какой ползет. Парни, вот кто мог подумать, что вы окажетесь в финале сейчас? Я, Никита, если честно, типа, я вообще не расстроюсь, если ты... Я наоборот только типа за тебя. Пацаны, но при этом давайте друг другу поблажек не надо, давайте. Окей? Да, да, чего-чего. Кто выбыл, пусть кто-то победит сильнейший. Мы приехали сейчас в центр Лондона. Скажу вам честно, брат Санька... Прикольный парень, на самом деле. Это самый лучший кофе в Британии. Really? Really, yeah. Ну, тогда спасибо. Cheers. Cheers. Знаешь, Кап, ты мне все меньше и меньше раздражаешь. Sorry. Я тебе хочу провести сегодня невероятную экскурсию по всей Британии. Ну, с чего начнем? Начнем с того, что нам нужно, как это по-русски будет, поссать. Окей. Он такой угарный на самом деле. Где мы находимся? Я хотел тебе рассказать, что это очень известное место, famous. И здесь, ты знаешь группу Beatles? Да, знаю. Вот именно здесь жил Джон Леннон. Ты должен прикоснуться вот так. Прикоснись. Затем подойти. Подходим. Это нужно обязательно сделать. И лизнуть вот эту штуку, вот так. Вот именно вот так нужно было сделать. А можно я не буду этого делать? Нет, это нужно, потому что еще закусить цветком. Именно здесь Джон Леннон провел свою юность. Сумасшедшие люди. Преследующие сумасшедшие цели. Кап, ну что, где мы? Мы сейчас находимся в очень famous месте, как я говорил, очень часто повторяю эти слова. Здесь Beatles сделали свою самую известную фотографию, где они вчетвером переходят по переходу.
А сейчас я тебе дам информацию, и мы распишемся, чтобы оставить свои на память надписи. Давайте приступим, это очень фантастик. Хоч, бой, лихой. Это для брата? Это для брата. Что написано? Все по мэру, все по бачу маску. Ребят, для вас оставил надпись возле очень символического места, которое связано с битлами в Лондоне. Теперь здесь есть вот частичка вас. Частичка вас. И если вы будете здесь проходить, фоткайтесь, отмечайте. И мне кажется, это крутое начало для чего-то прикольного. Танюш, мы поедем. Ты давай лечись, выздоравливай. Еще увидимся, да? Да, я буду ждать. Давай, Танюш. Все самое главное, кушай и с хорошим настроем. Да, хорошо. А мы к тебе приедем и привезем тебе чай. Да. Хорошо? Давай, чем больше людей узнает об этом, тем больше шансов, что это поможет 100%. Надеемся. Да, вам побольше сил, энергии. Стараемся. Молодец. Все у нас будет хорошо. Друзья, невероятно, но факт. Сударь вылетел с игр. Просто. А Саня в финале. На уверенности парень идет, на уверенность. До свидания. Не, вот кто думал, пацаны, что Саня попадет сегодня в финал? Я думал, с Егитосом думаю, до конца. Я тоже надеюсь, что мы оба на финал пойдем. Ну что, мы побывали на играх Габара, Саня дошел до финала, финал нас ждет немножко попозже. Дима. Столько лет, столько зим мы не снимали вместе. Мне было очень приятно. Давай. Друзья, подписывайтесь на канал Димана, влоговый канал Димана, который называется... Просто масло. Хорош. Сударь, ты, конечно, лох. Ну, в смысле, нет, красавчик. Да, молодец. Нет, красавчик. Но я думал, ты съешь, если честно. Если по чесноку, думал, что ты съешь. Ребят, у меня один вопрос. Давайте сейчас все подписчики там проголосуют. Просто масло. Это что такое, блядь? Это сливочное или подсолнечное, или оливковое? У каждого свое масло. Это вкусно. А также, друзья, обязательно смотрим основной ролик Игры Габара у этого супер крутого мужика. Мне, например, ответ. Ну вот и все, было очень приятно с вами познакомиться. Я прощаюсь с Де Ниро, прощаюсь со Стивом. Стив. Yeah. I'm glad to see you. Yeah, very boy. Bye. Реально пока. The same. You're the same. Real cool парень, yeah. Yeah, boy. Yes. Кап, yeah. Я постоянно жалел, почему я не поехал с Саньком, с твоим братом. Да. Но, знаешь, я не жалею ни одной минуты, проведенной вместе. Ты реально очень крутой. Ты немного странный, но ты крутой. И я буду по тебе скучать. Ты не представляешь, как тяжело мне это было сказать. Я, честно говоря, плохо тебя понял, но хорошо тебе долететь. Правда. Дань, все, пора валить, все, пока, бай, погнали, быстрее, пока, кап, пока.